меня, да? Хорошо, место. Сейчас мы пройдем с Рим начальный курс дрессировки. То есть это работа собаки на поводке. Порода немецкая овчарка, возраст 9 месяцев. Кличка. На первом этапе заведите такой подсумочек, туда наложите лакомство, все команды подкрепляем лакомство. Лакомство служит поощрением собаки за правильно выполненную команду. Дальше. Гуляй. По команде гуляй, собака должна гулять. Гуляй, гуляй. Ко мне. По команде ко мне собака должна подбежать и сесть напротив вас. Хорошо, ко мне. Повторили команду, огладили, дали лакомство. Хорошо. Рядом. Хорошо. Красавчик. Рядом. Хорошо. Рядом. Хорошо. На первом этапе отработайте команду рядом. Команда рядом дисциплинирует собаку. По команде рядом собака должна находиться с левой стороны. При остановке сесть с левой стороны. Команда рядом подается при начале движения, поворотах, остановках, разворотах подается команда рядом. То есть недельку-две поводите собачку на поводочке, отработайте команду рядом. Затем основные остальные команды будете подключать по этапу. Так, что рядом? Рядом. Рядом. Хорошо. Рядом. Хорошо. Сидеть. По команде сидеть собака должна сидеть. Со временем выдержку будем увеличивать. Занятия нужно проводить не реже 2 раз в неделю в утренние часы до кормления. Желательно на первом этапе в уединенных местах, без посторонних раздражений. Подходим и хвалим собачку. Хорошо сидеть. Повторили команду, огладили, дали лайк. Хорошо. Рядом. Хорошо. Рядом. Хорошо. Рядом. Хорошо. Лежать. По команде лежать собака должна лежать. Со временем выдержку также будем увеличивать. Существует 3 вида поощрения. Первая – дача лакомства, оглаживание командой «хорошо». На первом этапе применяем 3 вида поощрения. Со временем навыки закрепятся, укрепятся, и будет достаточно просто давать голосовую оценку командой «хорошо». Подходим и хвалим собачку. Хорошо лежать. Повторили команду, огладили, дали лакомство. Хорошо. Рядом. Молодец, пацан. Рядом. Хорошо. Рядом. Хорошо. Рядом. Место. Команду места мы фиксируем на поводочке. Чем отличается команда места от сидеть, лежать или стоять? Более длительный интервал по выдержке, и собачка может принять любое положение, сидя, лежа, стоя, но не отходить от поводочка. Собачка может сесть, лечь, встать, но не отходить от поводочка. И более длительный интервал по выдержке. Подходим и хвалим собачку. Хорошо место. Повторили команду, огладили, дали лакомство. Рядом. Красавец. Рядом. Хорошо. Рядом. Хорошо. Сильно не прессингуйте собачку. Собачка взрослеет 2-3 годам. Со временем навыки закрепятся, укрепятся, и все будет хорошо. Возраст щенка 9 месяцев. Хорошо. Рядом. Рядом. Хорошо. Очень умный пацан. Рядом. Хорошо. Рядом. Хорошо. После того, как провели дрессировку, дайте собаке разгрузку. Для собаки самая любимая команда – это команда «гуляй». Хорошо. Гуляй. По команде «гуляй» собака должна гулять. Гуляй, гуляй, дик. Ко мне. По команде ко мне собака должна подбежать и сесть напротив вас. Хорошо, ко мне. Повторили команду, огладили, дали лакомство. Рядом. Хорошо. Рядом. Хорошо, рядом. Рядом. Хорошо, рядом. Рядом. Хорошо. Рядом. Хорошо. Место. То есть это мы вам продемонстрировали начальный курс дрессировки. То есть это работа собаки на поводке. Порода немецкая овчарка, возраст 9 месяцев, кличка Дик, свою работу окончил. Молодец. Хорошо, место. Гуляй. Молодец, пацан. Гуляй, гуляй.